Ребят, надо поговорить. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Банапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Но Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников — это самое главное. Люди Кирата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спаси заложников, брат. Безопасности, Сабал. Твой отец гордился бы тобой. Он создал Золотой Путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги Золотому Пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы.
Мы найдем ее вместе. Спасибо.